Всем привет! Вы на канале Веня энд Настя. И как вы знаете, мы сейчас все сидим на карантине из-за коронавируса. Не унывайте, ведь все будет хорошо. Летом, скорее всего, все сделают, все освободят. Так что не надо сейчас унывать. Ой, даже в рифму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Представляете, нам 11 подписчиков всего лишь осталось до нашей мечты. 50 подписчиков. Это очень круто. Ну вот, а сейчас будут типы собак на карантине. Если ты собака, то ты точно узнаешь в этом видео себя. Ну а мы начинаем. Хорошо лежать и не думать ни о чем, и дозашку не надо делать. Точнее, надо, но я-то все и сделал. Эх, стоп. Настя! А что так орать? Веня, что случилось? Ты не представляешь. Карантин. Но я как бы в курсе. А мы едой запаслись? Да. Покажи мне ее. Ну вот, и вкусняшки, и у тебя там еще полно еды всякой. Хорошо. Стоп, то. А мы запаслись игрушками? Ну да, вот у тебя новые игрушки, все хорошо. Ну ладно, все, я могу идти? Да. Стоп. Что? А мы пеленками запаслись? Вень, ты же ходишь на улицу. Я заражусь. Нет. Google. Википедия о коронавирусе. Я только что все посмотрел. Весь мир умрет из-за этого коронавируса. Как же мы будем? Ой, даже не знаю. Ой, не знаю. А вдруг я заражусь? А вдруг Настя заразится? А вдруг Котя заразится? Ой, все, надо срочно запасаться. В мире карантина это не значит, что надо перестать есть. Я и так успею похудеть. Все, до свидания. Сейчас я вам покажу, какой я тип собак на карантине. Ну, а мне на все пофиг, как бы, ну и чё, типа, ну и коронавирус, это не значит, что там надо панику устраивать, надо просто тупо валяться и наслаждаться жизнью. Кто тоже так считает, ставьте лайки. Давайте посмотрим, сколько нас таких. Кстати, переходите в описание, там будут два наших, можно сказать, подписчика. Ну так вот, наших знакомых хороших, и на них подпишитесь. Ссылочка в описании. Обязательно подпишитесь, вас просит милый песик. Так что обязательно подпишись. Вот, они очень крутые. Вот там вот, ссылка в описании. Выходи, кликай и подписывайтесь на эти каналы. Так что вот, обязательно, пожалуйста, умоляю. Так что вот. Все, подписался? Ты умница. А на нас подписался? Умница просто, я тебя обожаю. Ну а на это все. Всем пока.